गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्यश्व च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे वृत्तमेव कलौनिनं जन्मचारुगुणादयो वृत्तमेव कलौनिनं जन्मचारुगुणादयो धर्मन्यायव्यवस्थायं करणं बलमेव हि शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что собирать деньги, большое количество денег, это не наша цель. Собирать большое количество денег, валюты, это не цель нашей жизни. Если мы заняты сбором денег, то ложное эго, оно возникнет в нашем сердце, и тогда мы можем с легкостью оскорбить гуру вайшнавов из-за своей гордыни, поскольку так много причин для роста нашего ложного эго, и Кунти Деви уже говорила об этом. И Кунти Дева говорит: «О Господь, о Ишвар, о Кришна, только те, кто нишкинчан, акинчан, они знают Тебя. Никто не может достичь Тебя, только те, кто нишкинчаны, они могут понять, осознать Тебя, а другие не могут». И Бхагаван Шри Кришна говорит, что «Я сам нишкинчан». И в Бхагаватам можно найти Рукмини, говорит о Рукмини, «Я сам нишкинчан». И я люблю тех, кто нишкинчан, и те, кто уходит в качество нишкинчана, они любят меня. И та шлока, с которой начал, она, это очень важная шлока из Шримад Бхагаватам. И каково значение этой шлоки в Кали-Кале? В Кали-Кал, если у вас большое количество денег и нет качества, люди будут звать, все равно будут уважать вас. И в Бхагаватам это описывается достаточно давно. Те, кто саду гуру вайшнава, они могут видеть все. В Кали-Югу деньги считаются всем, то есть основой всего, но никто не может видеть какие-то другие достоинства, кроме денег. А Шрила Прабхупад говорил, что качество и количество, они не могут быть одновременно. Если вы стремитесь к количеству, то тогда вы должны пожертвовать качеством, соответственно, наоборот. Если у вас есть деньги, власть, хотя вы, может,
не совершаете дхарму, а что-то противоположное, то если посмотреть на сегодняшнее состояние мира, то можно делать, видеть то, что люди, которые делают что-то плохое, но они имеют деньги, и они уважаемы. То есть мудрецы могли это предвидеть, живя еще в древности. Вот во время мудрецов, то древнее время, если кто-то совершил какое-то оскорбление, его вызывали на собрание и отчитывали. Нам нужно качество, то есть, ну, суть в том, что нужно стремиться к качеству, а не количеству. И после этого говорится вот эти слова. То есть в Кали-югу люди считаются браманами не по качеству, а просто кто-то носит священный шнур, скажем, и считаются браманами. И на их качество внимание не обращают. И вот в английском есть такая пословица, что если вы не будете видеть мои недостатки, я не буду видеть ваши, но это не ведическая культура, это то, что происходит в Кали. Ну, Махарадж говорит о том, что в Кали-югу Ну, то, что в Кали-югу не обращают внимания на качество. То есть просто если человек родился в браманской семье, носит священный шнур, уже он как бы считается браманом. Но это далеко не так. Он должен обладать качеством брамана, как... Но не просто родиться. Но Шри Чайтанья Махапрабху никогда не хотел нарушать эти принципы варнашрама дхармы. И сейчас я буду пункт за пунктом рассказывать, чтобы это более глубоко объяснить. Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники, И один за одним я могу привести примеры. Вы можете помнить, что Шри Чайтанья Махапрабху, вне зависимости от веры и убеждений людей, Шри Чайтанья Махапрабху, он всегда уважал бхакти. Если у вас есть бхакти, то Махапрабху уважал вас. Даже если вы больны проказы, то Махапрабху все равно уважал вас. То есть и не было никакой более великодушной аватары, кроме Махапрабху. Суть его учения была в том, что если у вас есть бхакти, то это все. И в тот день я говорил,
Когда вы родились, вот когда рождается любое живое существо в человеческом теле, оно по умолчанию шудра, а когда оно проходит двиджа самскары, то только тогда может стать браманом. Понимаете? Just like chemical reaction, подобно химической реакции, by chemical reaction как you can convert kansa bell metal into gold. Химическая реакция. It is possible. If you can change the molecular structure of bell metal, then it is possible. Why people cannot believe that at all touchstone is there? Nobody can believe that Maharaj, how is possible touchstone there? Yes, impossible it is. Gossip. No! Sanatan Goswami, Sanatan Goswami has got one touchstone. И вот Sanatan Goswami, у него был философский камень. Sanatan Goswami, you know, I already told you. If you touch, и если этим философским камнем прикоснуться к какому-то другому металлу, то оно под влиянием этого философского камня. Если это возможно, why not possible? Those who are reading chemistry, they can understand this why. Другого, как, например, в случае с радиоактивных, радиоактивными элементами, уран, плутон, плутоний и прочие, то есть если они находятся где-то, то под влиянием времени и собственной радиации их молекулярная структура, она меняется. Если это возможно сейчас, почему раньше не было возможно? И теперь такой же пример приводится в шастрах, что с помощью химической реакции можно изменить химическую структуру какого-то металла. И также Садгуру, если вы приходите к Садгуру, пытаетесь понять эту сиддханту. Садгуру — это не какой-то мифический персонаж. Садгуру — это тот, у кого есть его вечное существование на Галоке. И тогда он зовется Садгуру. Садгуру, главное его качество, то есть тот, кто имеет свое вечное, вечное существование, тот, кто существует вечно, он и есть Садгуру. Но все Рупа Санатана, Джива Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакура, кто нет? Шрила Прабхупад. Они все снизошли с того трансцендентного мира. И вот, и также, если вы встретитесь с Садгуру, и если вы полностью предадитесь ему без лицемерия искренне, если у вас есть какое-то несовершенство, какое-то лицемерие в вас, то Садгуру он не может дать вам гарантии в том, что вы изменитесь. Иначе Садгуру может гарантировать при должном самопредании. Он может изменить ваше сердце достаточно давно, около 80-90 лет назад. Я точно не помню, но помню, что Шрила Бхакти-Майук Бхагават Госвами Махарадж, он был очень могущественным вайшнавом. Он происходил из Бирбхума, это недалеко, это Качакра. Он был очень могуществен. Он ученик Шрилы Прабхупады. When he came here,
Вот он совершал баджан в Шри Чайтанья Матхе, в то время это не было такой большой областью, как сейчас. И однажды он обнаружил, что преданные, молодые преданные, им было около 30-14 лет, они сидели и что-то обсуждали. Он мимо проходил и заинтересовался, что же они обсуждают. Они говорили о том, что Шрила Прабхупада, он личный спутник Шри Чайтанья Махапрабху, а мы получили харинам от него, и, но почему мы не чувствуем того же могущества, той же силы? И вот когда они это обсуждали, то Бхакти Майюг Бхагават Махарадж, он мимо проходил и спросил, что же они говорят, и вот они рассказали ему, что они знают, что Шрила Прабхупада, он личный спутник Шри Чайтанья Махапрабху, и мы получили харинам от него, и почему же мы не чувствуем могущества, не чувствуем силы. И Шрила Бхакти Майюг Бхагават Госвами Махарадж, он привел пример. Смотрите, Шрила Прабхупад дал вам харинам. А что это значит? Это значит, что Шрила Прабхупад, он дал вам самого хари. И, слушайте, если садгуру, он дает вам харинам, это значит, что садгуру дает самого хари, поскольку имя Господа не отлично от самого Господа, нет сомнений в этом. Если любой садгуру дает вам харинам, это значит, что он дает вам самого шри хари. Но вы можете не чувствовать этого. И тогда Бхакти Майюг Бхагават Госвами Махарадж, он привел прекрасный пример. Смотрите, если Шрила Прабхупада дал нам харинам, это значит, что он дал нам самого Господа, но почему мы не чувствуем? Я могу вам привести пример, как, например, если у какого-то ребенка в возрасте около 4-5 лет умерла мать, потом отец умер, и ребенок остается сиротой, но у родителей было большое богатство, и перед тем, как умереть, отец завещал ему это богатство, но не прямо, а вот в Индии есть какие-то посредники, которые могут позаботиться о наследстве до того момента, пока ребенок не вырастет и не сможет на себя переоформить. И вот так до 18 лет такие компании заботятся о наследстве, когда ребенок подрастает, они уже на него переписывают, за свои услуги, естественно, берут какие-то деньги. Но суть в том, что ребенок 5 лет, он не может осознать величие и значимости всего наследства от его отца. Для него главное — это какие-то шоколадки, конфеты. Он не понимает значения каких-то других вещей. И так, как маленькие дети, им не интересно ни золото, ни драгоценные камни, ни недвижимость, ни что иное, но им интересны конфеты, какие-то сладости и прочее. И вот также Бхакти Майюг Бхагават Госвами Махарадж говорит, что вы находитесь в таком же состоянии. Шрила Прабхупада оставил нам огромное наследство, самое ценное из всего, что можно найти во всех вселенных. Но из-за того, что вы недостаточно зрелые, вы не можете осознать величие всего этого. И когда ваше сознание разовьется достаточно, чтобы осознать все это, вы поймете, что Шрила Прабхупада дал вам самого хари, самого Господа. И таким образом Гуру Варга, когда дает нам посвящение, то харинам, что значит харинам? Харинам значит дает нам нечто настоящее. И в Чайтанья Чайтамрите говорится такие слова. И вот, когда вы полностью предались лотосным стопам своего Гурудева, то садгуру, то тогда и тогда Кришна через Гурудева, он хочет дать
вам свою настоящую милость, через которую вы можете почувствовать величие всего этого. Как, например, Шри Чайтанья Махапрабху. Пример для нас, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он сам своим Бхагаван, он сам изначально Верховный Господь, но все же он явил такую лилу, чтобы показать нам на своем примере. И когда он получил посвящение в Гае, то тогда Шри Чайтанья Махапрабху, он... Махапрабху, смотрите, он сам Шри Кришна, он показал нам своим примером, как нужно действовать. То есть значимость принятия гуру. И после этого, когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из Гаи, после того, как он получил посвящение, он был уже совершенно другой. И Рагхунат Дас Госвами, он... Кадачит мисра васе бхажапати сутасса уробирахат свататти сандиттат ададат адигадаргам бхажападу ка-ка викала-викала гадагадаваша. Very nice, Рагхунат Дас Госвами. И вот Рагхунат Дас Госвами, он говорит, когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из Гаи, он действовал как обычный человек. Just like ordinary people, because he has to do it. Otherwise, how common people can fall? After that, the condition of Chaitanya Mahaprabhu changed. It's not like before. То есть Махапрабху, он полностью изменился. Everybody thing has gone mad. Calling Ayurvedic doctor, applying cold, you know, oil, medicine, but no. Everybody very anxious. И однажды Шри Чайтанья Махапрабху спросил Шиваса, что моя мать и отец, они очень беспокоятся обо мне, они думают, что я сошел с ума, но что же ты думаешь? И Шивас сказал: о, Господь, я знаю, что та причина, по которой ты явился в этом материальном мире, ты сейчас показываешь нам первое проявление Рагануга Бхаджана в Раджапати. Кто он? Он Кришна. Шивас говорит, я знаю та причина, по которой ты явился в этом материальном мире. Махапрабху сказал, а если ты не прав, то я сейчас пойду утоплюсь в Ганге. Но по милости Верховного Господа ты говоришь все правильно. Но не каждый мог понять это. И таким образом я привожу пример, что если вы получили настоящую дикшу, не только Махапрабху, Шрила Прабхупад, после того, как он получил дикшу от Шрилы Горки Шаудас Бабаджи Махараджа, хотя, смотрите, Шрила Прабхупад, он вечный спутник Верховного Господа, но все равно собственным примером он показывает нам, как нужно действовать. Кришна Бхаджан открыт для всех. Чатурборно майя срштам гунакарма вивагаса, I told you. Чатурборно, what do you say? Actually, брамачаджо, грихастха, ванапрастха, саньяс. Bhagavan Sri Krishna was bound to segregate this whole population into four categories. Bhagavan Sri Krishna, он разделил все общество на эти четыре категории. What is that? То есть Махарадж говорит о варнашамадарме, о варнахи ашрама. То есть общество, оно разделено на четыре варны и четыре ашрама. Но есть еще люди, которые не могут быть категоризированы в этих четырех разделах. Они зовутся те, кто вне варнашрама. That section, they are out of varnasam dharma.
Very brother. They are out of Varnasram. Now actually this Varnasram Dharma Шри Чайтанья Махапрабху никогда не хотел ее нарушать. Но несмотря опять же на эту Варнасрам Дарму, Шри Чайтанья Махапрабху, он дал шанс всем совершать Харибаджан. It is written in Chaitanya Chaitamrita, Kiva vipro kiva nashi shudra kane noy, jei Krishna tattva vetta sei guru hoy. Who is knowing Krishna tattva? He is guru. Кто знает Кришна таттву, он и есть гуру. Может, внешне он шудра или випра браман или саньяси, но тот, кто знает Кришна таттву, он и есть. And from Bhagavatam, Guru. Bhagavad is the topmost evidence. И Бхагаватам это наивысшее свидетельство. И вот Бхагаватам говорится, что тот, кто всегда повторяет святые имена Господа, я вот видел в своей собственной жизни, на примере моего Гуру Махараджа, я видел, что Шрила Гурудев, он всегда повторял Харинам. Внешне может выглядеть, что он спит, но его язык всегда повторял святые имена. Можно наблюдать за чистыми вайшнавами, и вы увидите, что вайшнав, куда бы он ни шел, он всегда повторяет святые имена. Кто знает, когда мы оставим наше тело, нет никакой гарантии. Мы не можем позволить себе не повторять Харинам когда-либо, поскольку мы можем умереть в любой момент, и поэтому мы должны всегда повторять Харинам. Спите или идите, нужно всегда повторять святые имена. Если куда-то идем или не идем, все равно нужно повторять. И тогда мы получим лучшее из возможного от Шримана Махапрабху. Даже те люди, которые раньше готовили плоть собак, швапачи, но сейчас, по милости Гуру Вайшнавов, они изменились. Я в тот раз говорил, что по милости Харидас Такура Лакакира, она возвысилась настолько, что мы выражаем ей свое почтение. Everybody going, big acharya going to Vedanta. Многие ачарьи идут и приносят ей свои поклоны. Почему? Поскольку Харидас Такур, он сам подобен философскому камню. Если кто-то приходит к вайшнаву, то под его влиянием мы сами изменяемся, но если мы не искренни, то ничего не будет. То есть еще все зависит от нашей искренности. И когда мы уходим из этого материального мира в тот трансцендентный мир, там тоже нужно совершать служение садгуру. И, то есть, смотрите, у садгуру есть еще также садшиши, то есть у истинного гуру есть также истинные настоящие ученики. Как Шринивас Ачарья, он три дня повторял Харинам, и после этого он упал, он погрузился в состояние самадхи, и все ученики начали беспокоиться, что три дня он уже не двигается, просто находится в таком неподвижном состоянии. И вот Шринивас Ачарья, он ученик Гопалбаты Госвами. Рамачандра Кавирадж. Он личный спутник Шринивас Ачарья.
Он сказал, давайте посмотрим, где Гурудев. Он сказал, да, сейчас проверю, куда ушел Гурудев. А он три дня не двигался. И вот он зашел к нему в комнату, сел рядом, начал повторять Харинам и медитировать на лотосные стопы Гурудева. И спрашивал в своей медитации, Гурудев, где же вы? И когда он повторил Харинам, он тоже ушел и очутился во Вриндаване, и там он увидел на Ямуне, там они потеряли кольцо с носа Радхарани, и Манджари и Сакхи, они искали это кольцо, и вот он видел своего Гурудева там, в их окружении. Смотрите, почему я дал вам такой пример. Это не шутки. Садшишья и Садгуру, они не отличны друг от друга. Садгуру значит садшишья. Садшишья значит садгуру. Они все ушли туда, ушли в этот тот духовный Вриндаван. И после этого Гурудев явился, вернулся точнее из этого состояния самадхи. И таким образом, один за одним мы можем видеть примеры. И сейчас, сегодня день ухода Джагатбандху Бхактиранджана. А как это было возможно для Шрилы Прабхупады изменить его сердце? If you come in front of Sadhguru, no doubt Sadhguru can change you. Sadhguru can change your heart. And you can start Hari Bhajan. Provided you are 100% sincere, you can start Hari Bhajan. And very shortly you can discover. И вот если мы начнем Хари Бхаджан, будем продвигаться по этому духовному пути, то постепенно мы сможем обрести силу, духовную силу, и можно вот видеть, от некоторых преданных исходит сияние, как вот таких, как Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур. Он в свой последний момент, когда Шрила Бхактивинода Тхакур совершал бхаджан на Сванада Сукхада Кунджа, он очень глубоко погружался в медитацию. Я однажды могу более подробно об этом рассказать в следующий раз. И вот если мы будем, то есть Махарадж описывает превосходство Гаудия Бхаджана, именно Гуру Лилы, поскольку если мы будем медитировать на Гуру Лилу, то постепенно Кришна Лила нам сможет открыться нам внутри этой Гуру Лилы. И вот смотрите, Шри Чайтанья Махапрабху однажды хотел доказать, что Хари Бхакти, Кришна Бхакти, оно превыше всего. Хари Бхакти, оно превыше всего. Я не заинтересован о вашем брахманизме, либо о каких-то других качествах. Они не столь важны. А если у вас есть преданность Кришне, это наивысшее. Я могу привести один пример. Когда Махапрабху отправился в Мадхуру, он явил такую лилу, что он отправился в Мадхуру, и там перед Адикешевой он танцевал, и он увидел какой-то преданный. Он спросил, кто ты? Я думаю, у тебя есть связь с Гасаем. И Мадхавендра Пурипад сказал, да. Я ученик Ишвар Пурипада. И вот Мадхавендра Пурипад, я встретился с ним, и он благословил меня. Я получил харинаму и дикшу от него. И
он принимал прасад в моем доме. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, я тоже могу принять прасад в твоем доме. А он сказал, нет, я Самурия Браман. Это такое, как сказать, низкая браманская каста. То есть никто в их доме не принимает прасад. Как же ты можешь? Никто не принимает. Но Махапрабху сказал следующие слова. То, что делают наши махаджаны, великие личности, наши гурварга, мы должны следовать им. Махапрабху сказал сам, Мадхавинда Пурипад, он был здесь, он принимал прасад в твоем доме, и я тоже могу принять. А что будешь делать, если люди будут критиковать? А Махапрабху сказал, пускай критикуют, я приму прасад в твоем доме. И вот согласно Варнашрам Дхарме, это не возможно, но Махапрабху, он поставил приоритет на бхакти. То есть в Варнашраме есть еще категория людей, которые как бы не попадают в эту Варнашраму. То есть вне Варны, вне ашрамов. Как Шопачи, например, те, кто готовит собак и прочее. Но в Бхагаватам говорится, если у нас есть Кришна Бхакти, я уже сказал в предыдущий день, вот согласно этой шлоке, Sapach is more than you. You are Brahman, but you have no Krishna Bhakti. Sapacho is more than you. If he having Krishna Bhakti. Но если у Швапача есть преданность Кришне, то он по своему онтологическому положению он находится выше брахманов. Dealings with Haridas, I already told you. Follow. Dealings with Haridas, I already told that day, little. A little bit, I told you. But I like to show you the exact point. Whereas Haridas Thakur is giving the topmost honor, Namacharya Haridas. Я в прошлый день говорил о том, что Шрила Харидас Такур, он получил наивысшее признание, наивысшее уважение. Хотя внешне Харидас Такур, он родился в семье Яванов. Но почему Шриман Махапрабху, он не ел с ним вместе, скажем так. То есть не находился внешне с ним. Хотя он, точнее наоборот, Махапрабху приглашал его на прасад, но Харидас Такур из своего смирения он говорил, что у меня нет права находиться рядом с тобой. Но Махапрабху одобрял его поведение такое, поскольку Харидас Такур является из себя идеальный пример, поэтому он не мог себе позволить принимать прасад рядом с Махапрабху из-за того, что он родился в семье Яванов. You will have to arrange there in Shiddha Bakul, that time that was very lonely place near sea beach. И Махапрабху дал ему наставление, чтобы он жил под Сиддхабакулом, там в неком отдалении от Джагнат Мандира. Махапрабху, don't put any force on Haridas. You will have to stay inside Gambira Mandir. Махапрабху, смотрите, никогда не говорил. Говорил Харидас Такуру жить вместе с ним в Гамхире. То есть он всем сердцем любил и уважал Харидас Такура, но внешне он не выражал такого почтения, как, например, Харидас Такур, он даже и Рупа и Санатана, они никогда не ходили по главным улицам Джаганатха-пури и никогда не заходили в храм Джаганатха из-за своего смирения. Сида чакра of Jagannath, take bath in sea and
And every day Mahaprasadam can come to you. It was the standing instruction of Mahaprabhu. Every day, and every day, Sarva Gosayana Govinda, the personal sevak of Chaitanya Mahaprabhu, every day Govinda used to... Но по указанию Махапрабху, Говинда каждый день он носил прасад, остатки, даже не просто прасад, а Махапрасад, остатки от... от прасада Махапрабху Харидас Такуру. И хотя, смотрите, Махапрабху, он сам Джаганнат. И... То есть Харидас Такуру не было нужды ходить на даршан Джаганнатха, поскольку он получал даршан самого Шри Чайтаньи Махапрабху, который не отличен от Верховного Господа. И вот когда Ишвар Пурипад оставил это тело, свое тело, то Говинда, он пришел к Махапрабху, и он был его слугой. И когда он пришел к Махапрабху и начал говорить, что мой Гурудев Гасай, перед тем, как оставить свое тело, он дал мне такое наставление, что когда я уйду из этого мира, ты должен... идти к Махапрабху и служить ему. И Махапрабху спросил, он спросил Сарвам Бхаддачарью и прочих вайшнавов, и что же делать, поскольку, слуга моего Гурудева, настоящий слуга моего Гурудева, Gurudev Otatma, I told you that in this slok, 2, 3 days, 7, 10 days ago. Vayam dityo vinavasatasat, ishat apadasya viparajaya asriti, tan mayaya ato avayetvam, buddha, bhakta ikresham Gurudev Otatma. Gurudev Otatma means? Gurudev, вот это слово значит, что настоящий севак Гурудева, он может полностью, полностью знать сердце Гурудева, то есть то, что хочет Гурудев, как садшиши и садгуру, их сердце, оно находится полностью в гармонии. Поскольку если их сердца не находятся в гармонии, то такой ученик, такой гуру-севак, он не может служить своему Гурудеву. И Махапрабху говорил, что он слуга моего Гурудева, и как же я могу позволить ему служить ему мне? Но Сарвабхаума Бхаттачарья сказал вот следующие слова, поскольку наставление его Гурудева служить тебе, и поэтому мы должны исполнять наставление своего гуру беспрекословно, как, например, Парашурама, он дал наставление Бишме, чтобы он женился. Но Бишма сказал, что я принял обет быть брахмачари, как я могу жениться? Ему старший сказал, что нужно жениться, но как это? То есть я как бы принял обет безбрачия, но Бишма сказал. Bali Maharaj, why Mahajan? Externally he is Asur. But Bali Maharaj, following the principle of Prahlad Maharaj. Ты не понял пример? Вот этот Махарадж, следующий пример, то что Бали Махарадж, поскольку он... как он стал вообще Махаджаном, поскольку он во всем следовал Прахлад Махараджа. But whereas this son is following grandfather,
То есть можно видеть, вот, например, Прахлад Махараджа и Бали Махараджа. Как стал Бали Махарадж, собственно, Махаджана, великой личностью. Его секрет в том, что он всегда следовал Прахладу Махараджа. Следующий, и вот он даже, этот Бали Махарадж, он ослушался своего Гурудева, который предостерег его, чтобы он ничего не давал. Но Бали Махарадж сказал, я уже пообещал ему дать то, что он попросит, но этот Шукрачарья сказал, подумаешь, сказал, вот если бы ты ом произнес, то тогда можно было это считать настоящим обетом, поскольку ты не ом не произнес, то можно и не давать. Но Бали Махарадж, он подумал, что если ты сам Вишну, то почему бы и нет, почему бы не отдать ему то, что он просит. То есть, если это Махарадж историю по Ваманадеву рассказывает, то есть, когда Гурудев Бали Махараджа предупреждал, что не нужно ему ничего давать, поскольку под видом трех шагов земли он заберет у тебя все, что есть. Но Бали Махарадж, он подумал, что почему бы и не дать ему все, что он просит. Если он сам Вишну, то это только благо. И он принял решение оставить такого гуру, который дает такие неправильные советы. Или еще пример, если какой-то гуру дает какие-то неправильные, ложные наставления, то в Писании говорится, что слушатели и говорящие, они все вместе отправляются в ад. Нираям калам акшеям. By infinity period, they are both of them going. Они вместе отправляются в ад на долгое-долгое время. То есть те, кто объясняет ложно, и те, кто слушает его объяснение, соответственно. In Kalikal, в Кали-югу те демоны, они могут даже сидеть на Вьясасане и давать какие-то наставления людям. Шудраха пратиграхишанти тапавешу пужиинаха. What is it? Шудраха пратиграхишанти тапавешу пужиинаха. Шудра, those who are шудра. И в Кали-югу даже шудры принимают, брамачарию принимают, саньяс. Бхагаватам говорится об этом, но... То есть люди, такие шудры, принимают саньяс только для того, чтобы просить подаяния, но это глупо, и это в корне неправильно. Если посмотреть на настоящих саду гуру вайшнавов, то они ни копейки не тратят на себя, а все занимают служение. Шрила Прабхупад говорит, что даже каждая копейка... Мы все должны занять в служении, все использовать для радости Шиши Рада Говинды, а не для своих собственных интересов. Dharma, they are speaking about, deliver lecture about Dharma. Кто-то может говорить о дхарме. Даже в Кали-югу можно видеть, что те, кто не знают ничего о дхарме и не практикуют дхарму, но они могут говорить о ней. И слушание таких людей, которые сами не практикуют то, что они говорят, оно не приведет ни к чему хорошему. But you are, be sure you are going to help.
It is written in Shastra. So how to distinguish? The big, big problem. And the present is critical moment. How to understand? Понять, что, что к чему. Мы должны внимательно изучать лилы Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников, чтобы более глубоко понять значение и то, что они хотели донести нам своим примером. И хотя Бишма... Суть в том, что Махапрабху, когда Говинда пришел, они решили, что наставление Садгуру они превыше всего, и поэтому они приняли Говинду в качестве слуги Махапрабху, а внешне, если судить, то Говинда происходит из такого не... Он происходит из семьи шудр, но он сам не шудр, заметьте. Но Махапрабху никогда не обращал внимания на это, поскольку если он получил полную милость Ишварапурипада, то что еще можно ожидать, что еще нам нужно? Поскольку садгуру крипа значит, это милость Шри Кришны, самого Шри Кришны. Я послезавтра буду об этом рассказывать. Если вы получили милость садгуру вайшнавов, то будьте уверены, что вы получили милость самого Шри Кришны. В этом заключается сиддханта, нет никаких сомнений. И Махапрабху, он позволил ему совершать служение. И в то же самое время Рай Рамананда. Если я буду говорить о Рай Рамананда Самвати, я в следующие дни могу рассказать когда-нибудь. И вот сам Рай Рамананда, он говорит о себе как о шудре. Хотя Махапрабху, когда он встретил Рай Рамананду, и вот они пришли, чтобы Рай Рамананда, он пришел согласно ведическим правилам и предписаниям, они пришли, чтобы принять омовение в Годаваре. Хотя, смотрите, внешне он полностью находился на уровне Рагамарги, но внешне он следовал всему, как сказать, такому... как сказать, ведическим традициям, но внутри он был превыше всего этого. Но но там увидел Махапрабху сияющего саньяси, и когда он подошел к нему, Махапрабху спросил, кто он такой, и Рай Рамананда сказал, что я шудра, меня зовут Рай Рамананда. They are Karmakandi Brahmans, they cannot understand the mood of Rai Ramananda. Rai Ramananda is the governor of this Vidyanagar, he is embracing, he is Sudra, and he is Brahman. The sannyasi embracing him, what's that? И когда... And Mahaprabhu wanted to check his mood readily. This is one point. Mahaprabhu, all the time you can find, any time coming with full bhava, Mahaprabhu wanted to check. If find outside people, Mahaprabhu wanted to check it. It's not a matter of embarrassment. И вот одна из особенностей Шримана Махапрабху было, что он всегда сдерживал свои чувства. Если были какие-то посторонние люди, то Махапрабху никогда не выставлял свои чувства на показ, он всегда сдерживался. After that,
Rayaramananda promised that evening, please Prabhu, evening time I can come, all I complete my seva there. I mean government job. Evening time I can come, we have the leisure time, we can whole night we can discuss. You can go to Rayaramananda full night, no sleeping, discussing all about, you know, Rasatatta. Very secretly, nobody there. Rayaramananda and Ma. Close that door and discuss. In Gambira also. I can discuss gradually. И Махапрабху он обсуждал Расататву вот только с Рай-Раманандой, и никаких посторонних людей не было там. А Рай-Рамананда, смотрите, он представился как Шудра, поскольку внешне это было так. Он родился в семье Шудра. Но согласно Гауди Сиданте, если у человека есть Кришна Бхакти, то он является гуру. Mahaprabhu never wanted to break the regulation. For sannyasi, it is just. Но смотрите, в то же самое время, когда царь хотел встретиться с Махапрабху, то Махапрабху не согласился, поскольку те, кто принял саньясу, им не следует встречаться с какими-то богатыми людьми, с королями, с женщинами. Но что это значит? То есть, мы не должны, как сказать, встречаться с женщинами с желанием наслаждения. Но Махапрабху, он и пытался избежать встречи с царем Пратапарудрой, поскольку, согласно культуре саньяси, ему не нужно было с ним встречаться. Но так получилось, что преданные Махапрабху, они дали совет Пратапарудре, как встретиться с ним. И следующий пример, который я могу привести. Вы слышали имя Калидаса? Калидас Такура. Калидас Такур, он был дядя Рагунатха Даса Госвами в его предыдущем ашраме. И вот раньше Калидас, он какой-то дядя. Но этот Калидас, он имел огромное уважение, любовь к Вайшнава. И у него был особый баджан, он всегда принимал остатки пищи Вайшнава. И вот он принял остатки пищи всех Вайшнавов, всех спутников Шримана Махапрабху. А если кто-то не хотел отдавать ему остатки своей пищи, то он любыми правдами и неправдами он получал остатки их пищи. И вот у Махапрабху был один преданный, его звали Джару Тхакур. Он происходил из Бардамана. И вот этот Джару Тхакур, он был прекрасным преданным, но он происходил из очень низкой касты. И однажды Калидас, он... Он хотел принять остатки пищи этого Джару Тхакура, но он знал, что Джару Тхакур никогда не согласится. И вот он купил манго, какой-то небольшой мешок манго, и пошел к этому Джару Тхакуру. So it is my duty to cook for you, but I cannot cook. No. И вот он пришел к нему в гости, а он сказал, что ты мой гость, но я из низкой касты, поэтому я не имею права ничего готовить для тебя. Но смотри, я могу организовать рис, дал сабжи и овощи и прочее, и попросить каких-то браманов приготовить для тебя. Но Калидас сказал, что нет, я не за этим пришел, вот я тебе принес манго. Но манго было очень спелое, и он сказал, что нужно его сегодня предложить и съесть будет.
И вот, когда он ушел, Джагу Такура посмотрел на это манго, а Калидас ушел и спрятался там за, рядом с его домом, за деревцем каким-то. И Джагу Такура сказал, своей жене, чтобы она почистила манго, чтобы он смог предложить его Гауранге Махапрабху. After that, all you know, skin and everything, sheep. И вот они так предложили это манго, съели и все очистки, остатки своей трапезы они выкинули в мусорную корзину и Калидас Такур, он как раз поджидал этих остатков их пищи, он начал доедать вот эти остатки, остатки от этого манго. Он ел и радовался, что он смог так получить остатки пищи всех вайшнавов, даже Джагу Такура. Но смотрите, Джагу Такур никогда не хотел нарушать правила. Хотя внешне, смотрите, Джагу Такур, он очень возвышенный вайшнав, но внешне он вел себя согласно правилам в том обществе, которое было. Пури, Нилачал Дам, someday Калидас, waiting, Махапрабху can come, wash his lotus feet. И следующий случай был в Пури. Одно из строгих запретов Махапрабху был таков, что никто не мог принимать остатки воды, которые омыли его стопы Чаранамриты. Но Калидас, он знал, что он получит особую милость, и когда Махапрабху омывал свои ноги, он смог три раза принять эту чаранамриту. Махапрабху сказал, а вот теперь хватит, три раза я тебе позволил, и хватит. И это благословение тебе за то, что у тебя есть твердая вера в остатки пищи вайшнавов. И говорится, что эти три вещи, остатки пищи вайшнавов, чаранамрита с их лотосных стоп и пыль с их лотосных стоп, они подобны лекарству, подобны катализатору на пути Хари Баджана. Если вы не можете совершать баджан совершенным образом, это как пойдет. Но самое главное, вы не совершаете оскорблений. Может, вы не можете баджан совершенным образом совершать, но главное, не оскорбляйте, не совершайте оскорблений. Гуру Махарадж, он был очень беспокоился насчет этого. Он знал, что если мы совершаем оскорбление, то мы, тогда мы уже точно не сможем совершать никакого баджана. А если мы не совершаем оскорблений, то, по крайней мере, если сегодня мы не можем ничего сделать, будем завтра, если не завтра, так послезавтра. И Шрила Бхактивинода Тхакура в своих статьях он пишет, что общение — это главный источник силы в вашем баджане. То общение, которое вы совершаете, с его помощью вы обретаете силу на пути бхакти или теряете ее. На самом деле, я уже сказал вам, что в Сатья-югу не было никаких категорий, все были, точнее, варны ашрама, все были хамсы, но потом риши-муни, вдохновленные Кришной. И вот Кришна вдохновил этих риши и муни, и они разделили общество на четыре вида этих варн. И я вот могу привести пример насчет этого примера. Достаточно, например, муни и риши, они хотят совершать ягью.
Для яги много случаев из Бхагаватам я могу привести примеры, что Риши Муни совершают ягью, но какие-то демоны, ракшасы, они приходят и мешают им, и как бы уничтожают их попытки совершать какую-то ягью. Как, например, is daily coming and you know we they cannot allow us to perform our yajna. We are very feeling disturbance. Can you find any solution? Yes, I can find. Раньше был один демон, он постоянно мешал совершать яги, Балбал его звали или как-то так. И вот однажды позвали Баладева, чтобы он разобрался с этим демоном, и он пришел, убил его, чтобы он не мешал совершать яги в дальнейшем. Но вопрос, смотрите, если бы нету не было бы кшатриев, поскольку обязанность кшатриев защищать. И каковы же обязанности кшатриев, я могу обсудить их. Они должны защищать всех. В Бхагаватам много таких случаев я могу привести. Если Брахман будет совершать ягью, то кто будет защищать эту ягью? И поэтому есть каста этих варна, этих кшатриев. То есть если были бы все брахманы, кто бы занимался защитой этих яги? Но, итак, Кришна разделил общество на четыре варны, чтобы люди занимались различными действиями. Как, например, брахманы могут вот яги проводить, кшатри защищать, ваши, соответственно, заниматься бизнесом, организовывать что-то. So somebody has to do mobilize resources and. И вот кто-то должен предоставлять ресурсы для тех же яги и прочего, кто этим занимается, вайши занимаются. So Brahman. И вот брахманы, кшатри, вайши и шудры. Шудры, чем занимаются, нужно какие-то люди, которые должны служить, что-то делать, работать, ну, таким, как сказать, физическим трудом заниматься, это обязанность шудр. И таким образом Кришна разделил общество на эти четыре категории. Около 2 лет назад в Миднапуре я рассказывал о Дурга-татве. Я рассказывал, что из себя Дурга представляет и ее особенности. И если мы посмотрим внимательно на Дургу, мы увидим, что она йога-майя, но и внешне это Дурга-татва, она очень прекрасна, я могу обсудить какие-то моменты. И вот в Дурга-татве можно найти Дурга-деви, она стоит на льве, одна нога на льве, другая на асуре. Она десятирукая с оружием в руках. И можно найти, что Лакшми, Сарасвати, Картик и Ганеш, они все присутствуют. И смысл всего этого кто может понять? То есть Махарадж сейчас хочет рассказать о такой общей татве, в общем, значении Дурги. Это значит карма-яги, материальные действия. И она, почему она одной ногой стоит на асуре? Это асура олицетворяет собой тамагуну, а другой ногой на льве. Лев олицетворяет собой раджа-гуну. Раджа-гуна. Тамагун should be dominated by раджа-гун. Because lion one, you know, paw,
То есть это их все вот это дурга, как сказать, картина дурги олицетворяет собой то, что раджагуна должна доминировать над тамагуной. Tamagun should be dominated by Rajagun. And in Chandipat you can find Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Sastita Namastasvai Namastasvai Namastasvai. I can discuss this point. This point. But there is also in Chandipat that here, you know, Ananda Mahima, it is written. Описывается Анандамайя. In Chandipat, Анандамайма. Анандамайма. А что значит Анандамайя? Secretly this tattva. Анандам Брахма. Follow. Where is the secret Siddhanta? So when Chandi, in Chandi it is written Анандамайма. Mother, Анандамай. So I cannot say, material people can say he is Durga, I mean Rajagun, but Anandamai Ma, Ananda, you cannot speak this point. When you are speaking Ananda, must have some relation with Anandam Brahma. Follow? Brahma Anandamai? Anandamai Ma mean? You know, is the Shakti of Brahma. Shakti of Brahma, also Anandamai? So secretly it is written, it is Yogamaya. But material people, they cannot understand. То есть суть в том, что это Анандамай. And another point, actually, относится к йога-майе. И следующее, you know? Лакшми – это источник всего процветания, всего богатства. Сарасвати, you know? Она источник образования, знания. Для яги нам нужны какие-то деньги, иначе как можно совершать ягью? Лакшми помогает в этом. Дурга – это карма-канда, карма-йога. Because for yoga you need money, and so if there is no Saraswati, how you can utter Vedic hymn? How? If Saraswati там присутствует, она. So Lakshmi Saraswati. If Kartik is not there with bow and arrow, who can protect your yoga? Yes, then. Она отвечает за то, что мы могли произносить ведические мантры, Картик, чтобы защищать, а Ганеша, чтобы. Как сказать, что-то делать. He is the leader of all. Быть. Ганеш лидер всех. То есть, вот, Ганеш, вопрос еще, почему Ганеш, он ездит на крысе, поскольку Ганеш очень такой толстый, большой, а смысл ему ездить на крысе, который он может задавить просто. Почему Ганапати ездит на крысе, на мыши точнее, даже? Чтобы доказать, что Ганапати значит лидер. If you give boat, then by Ganges they are rich. All minister, I know, minister, and everybody. They are standing on the power of public. If tomorrow they throw you, если завтра эти голосующие вас не выберут, то вы лишитесь своего поста. И также Ганеш ездит на крысе, на мыши, чтобы показать, что насколько правители зависят от своих этих, тех, кто их выбирает. Why Saraswati riding on swan? А почему swan? Сарасвати она swan ездит на quality, лебеде, поскольку mix, у лебеди есть особое качество, он может извлекать молоко из смеси молока с водой. А Лакшми почему ездит на осле? What use? To prove this point, I am speaking. If Lakshmi Devi giving kippa to you, you become owl. You cannot see this Vaishnava. Thus, I started with this point. If you have enough amount of money, you can. Суть в том, что Лакшми, если отдарит вас своей милости, то вы как это сова станете слепы в нем. Ну и не сможете видеть ни гуру, ни Вайшнава. Как совы, они слепы днем, так и если у вас есть деньги, то вы не сможете много увидеть. О, к
как сказать, ослепленные своим богатством. Как, например, follow the reason for why Vittasu judo, I mean fighting took place. The original reason. Индра, он сидел в обнимку со своей женой, и когда Гурудев пришел к нему, он даже не встал, не поприветствовал своего Гурудева, и его Гурудев обиделся и пропал, стал невидимым почти. Шукрачарья, он понял, что он падет в результате своей гордыни, и он пропал из глаз, стал невидимым. И Индра, когда Гурудев ушел, он понял, что он совершил ошибку. Гурудев пришел, и моя обязанность была вскочить, приветствовать его, прикоснуться к его стопам. Но я был очень горд, я был ослеплен. И он начал искать, где же он, и, но этот Гурудев с помощью своей йогической силы, он исчез. Его Брихаспати, точнее, он сделался, как сказать, невидимым, и никто не смог найти его. И после этого они пошли просить совета у Брамы. Брама сказал, что вы совершили ошибку, это очень плохо. Ваш гуру, он очень велик, а вы оскорбили его, что же я могу сделать? Вы должны ждать того дня, когда он станет доволен, и тогда вы можете вернуться в свое прежнее положение. Но в то время Вритрасу напал на них, и была война с Вритрасу и прочие проблемы. И вот смотрите, сам Индра, он царь небес, и он совершил такую ошибку из-за своего богатства. Кто такие мы? Я видел своими глазами. Вот, был какой-то преданный, очень беден в своей, как сказать, предыдущей жизни, даже не мог поесть нормально один раз в день. Но потом как бы стал преданным, принял саньясу, очень разбогател и стал даже каким-то ачарьем. И ачарь стал ачарьем и не выражает должного почтения вайшнавам. То есть смотрите, что может сделать богатство с людьми, оно может ослепить их. И также можно видеть, что многие говорят, но не следуют тому, что говорят, это плохо. Как можно узнать брахмана? Первое, Кришна Бхакти должно быть в его сердце, или Вишну Бхакти, если он поклоняется Нарисимхадеву, например, то есть он должен быть преданным Вишну Таттве. И это главное и первое очередное качество. Это качество брахманов описывается в Гите. Сорджо тежо дхитир дакшам юдде чапья палаянам. Дану? Дану ишвара баванча хатта карма сабхаваджам. Сорджо тежо дхитир дакшам юдде чапья палаянам. Follow this quality. Sorja means power, tej, dhiti, you have to perseverance, you have to enduring power. And in fighting, you know, in battle field, he is not going to go away like coward. Better I give my body in front of those foes, but I am not going to leave. Face to face I can fight. Follow. Сорджо тежо дхитир дакшам юдде чапи апалаянам. These qualities. Данам ишварава, always giving donation. Yeah. Данам ишварабаванча хатта карма сабхавайам. Криши горакшо баниджам вайшо карма сабхавайам.
Махасна в санскрите перечисляет качество браманов, кшатри, вайшьев. Someday coming, Swami Maharaj told. Бхактиданда Свами Махарадж говорил, что в один день можно. Дамодар Махарадж. Scientist. He also, I also speak same way. Not speaking, I myself doing actually. All of you have to love Gomata. If you don't love Gomata, don't come to me. И суть всей ведической цивилизации, вообще цивилизации, мы — это защита коров, поскольку от коров очень многое зависит. Обязанности шудра — это служить всем остальным трем варнам. Парьяджаткам карма, сутра свапи сабхавай. Сутра. They can serve all society. Cleaning stool, you know, everything is their duty there. And antaja, they can also come up. Not that they cannot. Krishna bhajane nahi jatkuladi vichar. It is written, Chaitanya Bhagavat, Krishna bhajane nahi jatkuladi vichar. Jai Krishna Bhaje, Jai Jan Krishna Bhaje say, who is doing Krishna Bhajan, you cannot think he is from this family, Brahman. Если кто-то совершает Krishna Bhajan, то его нельзя судить в свете этих каст, варн и ашрама точнее. Но будьте внимательны, в Ведах также говорится, что три варны, из них браманы, которые имеют Кришна Бхакти, они гуру. Но опять же, главное, если у браманов должно быть Кришна Бхакти, если этого первоочередного качества нет, то толку нету. От такого, от таких браманов. You see, if you break system, you are going to die. At least partial application of this formula, by the partial application of this formula, foreign country is so bhavta. Partial application. Bhaktivinoda speaking, they just watch. From the childhood, то есть можно видеть, что в каких-то странах пользуются преимуществами варнашрама дхармы, и детей с их детства самого они определяют, что какие-то дети склонны к определенным видам деятельности и занимают их конкретно в этой деятельности. И поэтому такие страны, которые занимаются, которых их, как сказать, не воспитывают своих граждан в... В направлении каких-то определенных видов деятельности эти люди достигают успеха и соответственно, страны. Но в частности, в примере Сингапура и прочих стран можно видеть, там жесткая селекция. То есть люди занимаются чем-то одним всю жизнь. Это что-то одно определяется обычно в их детстве или на ранних этих годах жизни. That time who was minister, I don't go through newspaper, TV, nothing. I am totally off from material world. I cannot speak. That time I heard, he approached government. Can you help me? I can prove this point. This I need. Billions of dollars need to arrange what he need for research. No, we cannot afford. Then he give application to American government.
И вот в Индии был какой-то ученый, он вышел с какой-то теорией, но для проверки этой теории нужно было достаточно большая сумма денег. Он отправился в индийское правительство, предложил свои рассказал о своих планах и своей научной работе, но но индийское правительство сказало, что денег у нас нету, нам как бы не до вас. И потом этот же ученый подал заявку в Соединенные Штаты, и там его очень оценили, буквально сразу же забрали к себе. И этот ученый через несколько лет получил Нобелевскую премию за свои научные работы. Then some radiation can come. Different metal radiates different kind of color. Sodium, white, magnesium, light yellow color, copper, iron, vivin. On the light spectra, he used to, Niels Bohr. He was also Nobel Prize winner. At the same time, World Cup footballer. It's possible there. Here in devotional life, if anybody find this, you know, sadhu is very nice. Then you can find there's politics, big problem. Don't get there. Ну, Махарадж говорит, что политика и за ней, как сказать, политика не совместима с духовной жизнью. И вот Шрила Бхактивинода говорит, что просто даже если частично применить принципы Варнашрама Дхармы в обществе, то можно наблюдать очень бурное развитие этого общества. How we can go? Follow. Varnanam Brahmanam Guru means Brahman can guide you. I can show one by one example, Mahabharata, Ramayana also. In Mahabharata also you can get some information about Varnasam Dharma. В Махабхарате тоже можно найти информацию относительно Варнашрама Дхармы. I can give one example. Ekalabha, you heard the name of Ekalabha. Как вот, например, с Экалабхи. Экалабхи, он был очень умен. But Dronacharya don't approve it. Он был. One by one, I can give example. You can never forget. You have to remember whole life. Dronacharya never approve. В общем, он что-то делал, но Дроначарья не одобрял всех его действий. Он принял Дроначарью как своего гуру, медитировал на его и на его учения и стал. Он упражнялся в этом стрелянии из лука. Он стал экспертом в стрелянии из лука, и однажды Дроначарджа и Арджун, они были вместе, и какая-то собака лаяла. И Арджуна, он а, в общем, какая-то собака лаяла и Экалабхи, он достиг такого совершенства в своем стрелянии из лука, что когда он выстрелил в эту собаку, эта стрела просто как бы защила рот собаки, чтобы она не гавкала и не повредила ничего больше. То есть он был настолько искусен в своем искусстве стреляния из лука. Но хотя главная ошибка Экалабхи была то, что Гурудев, Дроначарья, его не принимал и не одобрял его действия. Но так или иначе он достиг такого искусства в стрелянии из лука.
Но суть этого рассказа в чем? В том, что мы не должны совершать бхакти как экология. Почему Дроначарья он не принял Экалабью? Дроначарья он пришел к Экалабхе, Экалабхе поклонился ему и сказал: ты поклоняешься мне? Да, я твой ученик. Что, правда? Ты думаешь, что ты мой ученик? Но ты должен дать пожертвование тогда мне. О, Гурудев, любое пожертвование могу дать тебе. А ты можешь отдать мне свой правый палец? И вот он отрезал свой правый палец, отдал ему, и все люди начали возмущаться, какой жестокий Гурудев, он что, браман? Но если более глубоко посмотреть, то мы увидим, что Дроначарья, он, нельзя его назвать жесткосердечным. Дроначарья вынужден был сделать так, поскольку он шудра. А если такой шудра получит такую силу, то все Варнашрама может разрушиться. И поэтому я не могу позволить ту силу, которую должны иметь кшатрии, чтобы имели шудра. И вот поэтому он сказал, что если ты думаешь, что я твой гуру, поэтому отдай мне свой правый палец. Хотя бы вот внешне это выглядело как жесткосердечно, но это не так, поскольку Дроначарья он не хотел нарушать принципы нашим дхармы, то есть все должны быть заняты своими собственными обязанностями, а не чужими. Но сейчас что происходит? На Западе, например, я не был на Западе, но мне рассказывали, что там такая система, если какой-то экзамен проходит, например, на какой-то, ну, в смысле, не школьный экзамен, а на какую-то должность претенденты и выбирают самого достойного. Но в Индии другая система. Человек, чтобы занять какой-то пост, должен закончить какое-то учебное заведение, получить, как сказать, этот диплом. То есть, если он... Но на Западе такого нету. Можно видеть, что больше смотрят на конкретные качества человека, а не на то, какие бумажки он с собой имеет. Но в Индии больше бюрократия тут превыше всего. А в Индии такая система... А еще в Индии есть такая система голосования. Не голосование, как сказать. They cannot even write one English letter. Many such thing happen in Bengal. Engineer, scheduled caste engineer. They break, they make breach and cross. Many such cases appear in newspaper. Вот в Индии в частности есть такое, как сказать. You should at least give preference to quality. Набирать на какую-то работу инженеров, например, каких-то людей, которые там происходят из каста шудр, например. То есть в инженерах должен быть какой-то процент шудр. И в итоге происходит, что эти шудры даже там читать, писать, то как следует, не умеют. Строят какие-то здания или мосты, которые потом падают сами по себе. Это результат такой политики. То есть, нужно делать наоборот, нужно смотреть на качество, на достоинство человека, а не просто на его происхождение. Если мы вот... То есть, в Индии можно наблюдать какие-то начальники в офисе. Многие даже не могут читать и писать, и у них есть специальные люди, которые за них пишут. То есть, если у него нет даже такого, как сказать, образования, чтобы просто написать письмо самостоятельно, то
что вообще он может делать. Well, you can give preference, provided they have quality. They have quality. Well, Махарадж это говорит в связи с тем, что прежде всего нужно на качество человека смотреть, а не на происхождение. То есть если следовать тому, чему следует местное правительство, то ни к чему хорошему это не приведет. And overall Vaishnav, Brahmanam sahasrebhyo satrojaji vishishvati. Satrojaji sahasrebhyo sarva vedanta paragaha. Sarva vedanta vid kocha Vishnu bhakto vishishvati. Vaishnavanam sahasrebhyo ekantika vishishvati. Follow you see how nicely calculated. Huh? How nice judgment. Brahmananam sahasrebhyo satrayaji vishishvati. Those are Brahman. Смотрите, те, кто Brahman. If you compare, this group of Brahman is better than them. Because they are satrayaji. They know how to do yajna. Satrayaji. Brahmananam sahasrebhyo satrayaji vishishvati. Huh? Шатрояжи сахасранам, ки, на, actually, брахманам сахасребо шатрояжи вишишвате. Шатрояжи сахасребьо, сарва веданто парагаха. Thus you can do jagya, but веданто about веданто, веданто парагаха, they are not expert in веданто. They are not at, for, if you compare, the second group is much more advanced than them. Follow what I want. One of a thousand can be. Yes. You cannot compare. They are more Abraham. Sarva Vedanta Vidkarchya. Vedanta Paragaha. Vedanta them, overall the Vedanta know. They are more than them. Those are doing yoga. And those who are doing the inner meaning of that Vedanta, they are more and more than you. Follow. And sarva vedanta vidkarchya Vishnu bhakta vishishvati. Vishnu overall term. Because somebody can Vishnu, somebody can worship Krishna, somebody cannot worship Krishna, Narayan they can. So overall term Vishnu. Turiya tatya. Hello, what is it? Vishnu bhakta vishishvati. And Vaishnavanam sahasrebhyo ekantika vishishvati. If you find thousands of Vaishnav, out of them those who are Paramahansa, topmost. Махарадж говорил о градации. То есть те, кто просто совершает яги. Because for Paramahansa there is no Varnanastra. А среди тех, кто еще знает Веданту, они выше тех, кто просто совершает яги. They are not bound to follow your system. А среди тех, кто знает сокровенный смысл Веданты, тех еще меньше. Я не выше предыдущих, соответственно, а тех среди тех, кто знает смысл Веданты, те, кто преданы Вишну, они еще выше и еще реже встречаются тех, соответственно. Бхагаван Бабаджи Махарадж, Гопкисад Бабаджи, they are not bound. Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж, they are not bound to follow your system. Maybe Krishna setting this system, I can give one example. But they are more than that. In Bhagavatam, Bhagavan Sri Krishna speaking in front of Uddhava. Uddhava, Gyananishto Viraktova Madhbhaktova Anapekshakaha Salinganam Asramam Stakta Charet Avidhi Gocharaha. They are beyond any rules and regulations. Don't try to put them in your... Even Prithu Maharaj speaking. Shaptadipadivati. Whole world. Prithu Maharaj controlling. But Prithu Maharaj very careful. He never put any injunction or, on Brahman Vaishnava. It is written there. I can show you. Prithu Maharaj very careful. Ramchandra. You can go to life history Ramchandra. Ramchandra. Giving everything to Brahman Vaishnava. But don't disturb any Brahman and Vaishnava. Never. Give always giving honor. Because whole world is controlled by Guru Vaishnava. If you like to violate this system, you are going to die. Maybe you have some political system, this, that, voting system, but you are going to break down today or tomorrow.
You will have to follow the system there in Veda and Purana. You cannot find any system there in Veda. Veda, Purana, you cannot find in Bhagavatam. Democratic system, totally useless. They can attack me, put me into jail, I know. 100% they can come in front of me, I can shout. You are idiot and foolish. Democratic system is like chemistry ideal gas. Physics ideal gas, you know? Ideal gas for calculation, we calculate. Imaginary. Avogadro hypothesis. Hypothesis. Not practically possible. Ideal gas is not possible, practically. Democracy is very good to hear, but practically not at all possible. Never in the history of human life, never you can find democracy was successful. You cannot find so many, even single example. Макраси говорит, вот демократия, она подобна идеальному городу. То есть в теории это красиво, но на практике невозможно. И в ведической системе такого понятия, как демократия, собственно, не существует. Есть царь, который назначен свыше. А почему демократия, собственно, несовершенна? Suppose in this room. И вот, например, с демократией. Почему room, в этой, например, если в этой комнате какие-то преданные браманы по происхождению, кто-то не браман, даже посвящение не получил, какие-то шудры, находящиеся в университете, кто-то еще. И вот сейчас, если мы будем голосовать, голосовать за что-то, то голос знающих, самоосознавших себя душ, оно не может быть равно голосу каких-то забывших себя душ. И также голос какого-то великого ачарья не может быть равен голосу какого-то попрошайки с улицы. Разве это может быть так? Почему тогда в демократической системе учитывают голоса независимо от положения, так сказать, от... Независимо, то есть они считают эти голоса независимо от положения человека в обществе. Это глупо получается. Я в своей книге, вот Читанака Джагарон написал, что каждый министр должен быть философом. Это не я, кто-то из философов сказал это, цитаты. Я когда читал об этом, я был восхищен. То есть любой царь, он или правитель, он должен быть философом в то же самое время. Философ, что значит? То есть еще лучше, если он станет вайшнавом, как Парикшит Махарадж, чтобы он мог видеть что и что. Поскольку если нет разума, он подобен слепцу. Hey, I like to transfer this kingdom from here to there. The kingdom is so vast matter. How possible within 1 month to transfer? No, you have to do it. I don't know. Within 1 month you have to shift whole kingdom, all system there. How possible? A mad king. Mad king. Whole system, how possible? One man is mad. Muhammad bin Tughlaq is there in history. So this way, all system can break down. If you are not intelligent enough to take care of this, I am not criticizing anybody. I am very neutral. I can embrace you if I find your quality. No duplicity. If I watch you are up to that point, bhakti, perfect. Then I can embrace you. If I find some duplicity there, you want to jump, I can throw you out. No excuse. I am no excuse. So tough I am. Anyway, I like to discuss this point,
how this, and today is the disappearance day of И вот сегодня день явления Джагатбандху Прабху. Джагатбандху Бхактиранджан. Бхактиранджан Джагатбандху. Джагатбандху Бхактиранджан was so prostitute, so creepan. Очень скупой. Даже копейку он не мог никому пожертвовать. И многие преданные с Гауди Матха приходили к нему. У него была фабрика по производству чернил. Раньше чернилами писали, сулика называется. На индийском языке, а потом... Ручки шариковые стали появляться, но до этого не было. Было чернила использовали, и вот у него была такая чернильная фабрика, очень крупная. Он много денег зарабатывал это в то время, но пожертвований никому не давал, он был очень скуп. И однажды один преданный пошел к нему просить подаяния, и однажды он так как-то встретился с Шрилой Прабхупадой. Это был вопрос, случайно случилось. И когда он увидел Шрилу Прабхупаду, и вот в одном из киртанов Шрилы Бхакти он такого говорится, что даршане павитракура, то есть он, когда увидел Шрилу Прабхупаду, то есть получил его даршан, он... Banaras University, Hindu University, total complex. Madan Mohan Mahal, big topmost pandit. When he saw Prabhupada, he first remarked, I never see such a... И также, когда основатель Banaras Hindu университета, когда он встретился с Шрилой Прабхупадой, он в своей заметке написал, что всю свою жизнь я никогда ни перед кем не склонял голову, но перед Шрилой Прабхупадой моя голова она сама склонилась перед ним. Он был великой личностью, и вот этот Шрила Прабхупада, он встретился с этим Джагатбандху, благословил его. Вайшнав, он может изменить ваше сердце, если вы... искренне и прямо сердечно, просто сердечно. Вайшнав может изменить ваше сердце, это возможно, если у вас нет лицемерия. Много таких примеров. Я могу привести один из примеров, что говорить о людях. Расикананда Прабху, он однажды царь Бирбхума, он организовал какого-то сумасшедшего слона, чтобы он убил Расикананду. И этот сумасшедший слон уже бежал на него, чтобы раздавить его. И Расикананду стоял и не беспокоился. И этот сумасшедший слон бежал на него, и вот он когда он подбежал к Расикананде, Расикананда спросил у него, и как долго ты будешь быть сумасшедшим слоном, остановись. И слон остановился, поклонился ему. Он сказал слону, присесть. Слон сел. Он прошептал Махамантру ему на ухо, и этот слон, он изменился, он стал вайшнавом, его назвали Раму, и этот Раму, он всегда помогал вайшнавам во всем, что нужно было. Если был какой-то праздник, он ходил, собирал рис. И прочие дрова и прочие вещи, которые нужны. Он сам ходил в лес по дрова, собирал сухие деревья, сам приносил. Раму его звали. Много служения для вайшнава совершал. И когда
Рама умер, то в честь его организовали большую процессию. Not one example, again, there's so many examples. И таких примеров очень много. In Ayodhya, в Айодхе. In Ayodhya, one nice elevated sadhu, был какой-то возвышенный саду, он каждый день повторял Рамайну, и многие преданные слушали. You know, watch. One Hanuman is jumping from. Они смотрели, что какой-то один Хануман приходил, слезал с дерева, садился и слушал Рамайну. Каждый день это происходило. Может быть, он в предыдущей жизни он совершил какую-то ошибку и родился обезьяной, но... И вот, и когда начинали читать Рамайну, он был первый, кто приходил на собрание. Он даже за всю свою жизнь ни разу не опоздал. Садился и слушал. И однажды, когда этот Хануман оставил свое тело, Айодхи, все саду в его честь организовали большую процессию. И они пошли его, и его тело в... Они погрузили его в какую-то святую реку, которая там протекала. Discuss more because I have so many seva today. Next day I can calculate and speak. Oh, actually, Jagatbandhu Bhaktiraj, I'll speak more, little bit. Time cannot permit actually. So actually, Jagatbandhu Bhaktiraj ultimately. И вот он, Jagatbandhu Bhaktiraj, он стал преданным. He was so impressed. Он был очень вдохновлен Шрилой Прабхупадой. Он хотел отдать все, что у него было ему. И вот Джагатбандху, он хотел купить землю для Гауди Матха в Бакбазар Гауди Матхи. Если вы были в Бакбазар Гауди Матхи, то... Вы видели, какая большая земля, она в то время стоила сотни тысяч рупий, а сейчас стоит десятки миллионов. И вот... И вот тогда... И потом Гауди Матха переехал с улицы Ультаданги на вот в этот район Бакбазара. И вот однажды, когда закончилась арати, Шрила Прабхупад позвал преданного. Он сказал: иди в дом Джагатбандху Бхактиранджана. Почему? Ну вот он там рядом был, буквально через дорогу. И вот он сказал этому преданному пойти в дом Джагатбандху. Почему? А Шрила Прабхупада сказал: иди прямо сейчас, что... Это было около 5 утра, и вот Шрила Прабхупада отправил. Брамачари подумал, что так странно, и вот он постучался, открыли двери, плакали. Эти домашние видели, что этот Джагатбандху, он умирал, и этот брамачари принес чаранамриту с матха, и вот так вот перед смертью на него Шрила Прабхупада так благословил его. А Сакичаранда Бабаджи Махарадж, он построил йога-пит в следующий раз.